В Славянском районе развивается 24 вида спорта, что позволяет каждому ребенку реализовать свои возможности с учетом интересов и физической подготовки. Сегодня мы хотим рассказать о Славянской федерации шахмат, развитие которой берет свое начало с далеких 60-х годов. Славянский район – один из немногих, кто может похвастаться собственной шахматной школой такого уровня. Дворец шахмат, именно так изначально называлась спортивная школа «Белая ладья», был построен в 1981 году. Среди почетных гостей на торжественном открытии были первые лица края и страны. Первый секретарь Краснодарского краисполкома КПСС Сергей Медунов, советский летчик-космонавт Виталий Севастьянов и чемпион мира по шахматам Тигран Петросян. За более чем 40-летнюю историю в школе воспитали не одно поколение выдающихся шахматистов, ставших международными мастерами, мастерами ФИДЕ и международными арбитрами. И школа продолжает готовить гроссмейстеров высокого уровня. Сегодня здесь занимается более 120 ребят, которые выбрали для себя этот интеллектуальный вид спорта. На шахматы хожу уже 7 лет. Занимаюсь шахматами, потому что они мне полезны. Они лично для меня могут развить память. А также они могут для других развивать. Это интеллектуальная игра, где надо думать. Ну, интересно играть в шахматы, делать красивые ходы и выигрывать партии. Это очень весело. Преподаватели очень хорошо объясняют темы, и я все понимаю. Всем известно, что шахматы считают гимнастикой для ума. Они развивают память, мышление, логику. Те, кто с ранних лет занимается шахматами, лучше учатся в школе, уверены тренеры. Шахматы помогают развитию критического мышления, умственного развития, логического и математического мышления. Это помогает в будущем им проще понимать геометрию, алгебру, стереометрию в разделе геометрии, планиметрию. Помогают шахматы развитию и построению чертежных моментов для будущих архитекторов. Поэтому в каждой области шахматы могут вам помочь. Принимают в шахматную школу с 6 до 18 лет, хотя этот вид спорта один из самых демократичных, поэтому начинать осваивать шахматы можно уже с 4 лет и до бесконечности. Для начинающих спортсменов записываться в школу лучше всего в августе, перед началом нового учебного года. Те же, кто уже имеет представление об игре, могут приходить в любое время. Их определят в группу, соответствующую уровню знаний. Шахматы – это не просто спорт, это целая наука, искусство и даже образ жизни. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок познакомился с этим удивительным миром комбинаций, ходов и тактических решений, научился логически мыслить, быстро считать и вообще прокачать свою интеллектуальную сферу, тогда запишите его в шахматную школу «Белая ладья». Здесь будут рады новым талантливым спортсменам.